Повстанцы одной из оппозиционных группировок Сирии сбили российский штурмовик Су-25. Летчик смог катапультироваться, но был убит. В Министерстве обороны России подтвердили эту информацию, заявив, что по району, где был сбит самолет, нанесен групповой удар высокоточным оружием. Военное ведомство также подчеркнуло, что сейчас совместно с турецкой стороной, отвечающей за зону деэскалации Идлиб, предпринимаются меры по возвращению тела летчика. Министерство обороны США опубликовало очередной обзор ядерной политики, особо подчеркнув, что США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками и стараются поддерживать стабильные отношения с обеими странами. При этом в Пентагоне уверены, что Россия продолжает нарушать целый ряд договоров и обязательств по контролю над вооружениями. Россия либо отказывается от своих обязательств, предусмотренных многочисленными соглашениями, либо избегает их выполнения. Компания YouTube начала помечать видео средств массовой информации, которые получают государственное финансирование. Представитель YouTube уточнил, что основная цель проекта – дать пользователю больше информации об источниках сообщения. В данный момент нововведение работает только на территории США. В частности, такие пометки заметили зрители телеканалов Russia Today и Россия 24, которые финансируют российские власти.